центральной части нашего города находится городской парк «40 лет Победы» с озером. Озеро называется «Круглое». Почему оно так называется? Да потому что оно похоже на просто блюдце, на блюдце. Вода в озере проточная, питается водоем подземными водами и ручьями. А так как вода проточная и чистая, то в озере разрешено купаться. На озере оборудован пляж для отдыха и купания. Набережное озеро – это одно из основных туристических мест отдыха в городе. Сейчас вокруг озера пролегает новая пешеходная зона, уложили новую тротуарную плитку, новый газон, выделили отдельно велодорожку, поставили новую детскую площадку, организовали автоматический полив свежевысаженных деревьев, установили видеонаблюдение, новое освещение на солнечных батареях, заканчивается отделка новенькой часовни. Но есть такое небольшое «но». Но если бы не было такой плотной застройки жилых домов вокруг озера, то городской парк мог бы быть большой, красивый и самый-самый зеленый. Вот такой вот у нас крошечный парк. Его и парком-то сложно назвать. Это просто сквер какой-то. Просто скверик. Хотя есть примыкающие зоны зеленые. Можно расширить наш парк до настоящих размеров, так сказать. Нет, у нас застройка. У нас лучшие земли отданы застройщикам. И вокруг озера у нас вырастают огромные-огромные многоэтажки. А вот эта огромная поляна, обнесенная забором около газовой, около здания газовой службы, могла бы послужить парку тоже. Увеличить как-то парк. Этот забор стоит здесь уже очень-очень-очень давно. Но совсем недавно, буквально год назад, или даже полгода, на этом заборе висел баннер «Продаю площадь парка». Город растет. И парк этот у нас очень-очень маленький. Территория зеленого парка маленькая. Вот здесь буквально на заборе висел огромный такой баннер «Продаю». Сейчас его уже нет. Видимо, все-таки эта территория уже кем-то приобретена. Я иду к огромной поляне, которая может быть продолжением нашего парка. Может быть, конечно. Его, оно прямо просится, чтобы парк продолжился в эту сторону. Оно такое запущенное, поросшая травой и кустарником в человеческий рост. Вот здесь как бы кончается зона официального парка, будем говорить. Да, и начинается вот такая дикая поляна. Она прекрасная, ровная, замечательная. Около длинного озера, по краю длинного озера, поросшего камышами, когда-то его почистят, должно быть. И здесь вот можно продолжить наш замечательный парк городской. Это все такие вот замечательные лакомые кусочки для застройщиков около Круглого озера, около Длинного озера. И они, эти кусочки земли, уже застраиваются. Вот целый комплекс домов по берегу Длинного озера. Улица Рябиновая вся застроилась. И не дай бог еще и вот этот вот клочок земли отдадут какому-нибудь на выкуп, какому-нибудь застройщику. Это будет трэш. Парк крошечный у нас. Прямо, сказать, 10 метров в длину и 10 в ширину. Его нужно расширять обязательно. Город растет, и зеленую зону нужно сохранять в любом случае.
Иначе будут одни каменные джунгли. Вот такой вот кустарник тут уже вырос на этой поляне. Около основного парка. Как-то раньше траву здесь косили. Была такая полянка хорошенькая, зелененькая. Люди вот так под деревом сидели, отдыхали. Я видела, гуляли. Мы здесь жили близко. С рабочим визитом Вениамин Кондратьев когда-то говорил: дома не украшают эту территорию. Он имел в виду ЖК «Лебединое озеро». И вернуть ее уже невозможно, ну, то есть эту территорию. Мы должны оставить жителям и будущим поколениям горячий ключ зеленым. Все территории под благоустройство должны быть исключены из любой застройки. Вот видите, на противоположной стороне парка, ой, длинного озера, белый забор. Белый забор. Там тоже была такая замечательная поляна, выгул собак. Сейчас я туда подойду. Там любители собачек выгуливали их. И шашлыки жарили горожане. Приезжали на машинах с детьми, с собаками. Хорошая была поляна. Сейчас стоит забор. Кто-то или в аренду его отдали, или выкупили этот участок. Вот такой вот забор. И проход даже был закрыт, но горожане так сильно сопротивлялись, ломали этот забор, потому что проходить к центру города здесь было очень удобно. Вот так по дорожке идешь, и там старый рынок, ой, новый рынок, центр города. Все вот здесь вот ходили, вот он, заборчик сломанный, вот поставили забор. Обнесли эту поляну, где вот выгуливали собак. Уже поставили вот какой-то вот такой здесь вот домик. Собачки. Здесь отдыхали горожане. Сейчас эту зону огородили вот таким вот забором. И город опять теряет территорию зеленую, красивую, с такими вот соснами. Отличное продолжение было бы парка. Красиво, клёны, клёны, сосны. Голосуйте, горожане, чтобы эту территорию не отдавали застройщикам, частникам. Голосуйте за продолжение городского парка. Пусть у нас будет большой, огромный зеленый парк. РИА Новости краснодарские пишут: депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии внесли изменения в постановление о создании лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ и проголосовали за расширение зеленого пояса Горячего Ключа. Они пишут: Горячий Ключ – уникальный курорт, который год от года принимает все больше и больше гостей со всех уголков страны. Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников.